Мы хотели поставить машину внизу на парковке, но что там слишком много стоит машин. Очково, конечно, мы тут встали. Надо еще сейчас будет развернуться. Мы что-то не решились остановиться на пляже. Там было очень много народу. И присмотрели классную парковку на тупиковой дороге. Здесь должны были построить жилой квартал. Зато у нас видно Тейде. Канарское пиво такое. А это Лена. Что-то там хозяйничает на кухне. Если вам лень готовить, то Меркадони продают алубиос или фабаду. Это фасоль с копченостями, с колбасой. Очень вкусная штука. С добрым утречком. Сегодня мы ночуем опять с видом на океан. Если жарко, то можно открыть задние двери. Лена уже готовит завтрак. Как тебе вид?